Шагает не без труда, но все же сам. У 22-летнего Ильи диагноз ДЦП. В 7 лет он потерял способность ходить, но хирурги поставили его на ноги. Сегодня Илья работает продавцом сим-карт, занимается благотворительностью и продолжает реабилитацию, несмотря на то, что он уже совершеннолетний. Друзей, как бы, да, встречаешь, но, во-вторых, как бы, врачи, они лучше занимаются. Здесь все предусмотрено. Здесь, например, здесь предусмотрен пандус, чтобы подниматься с колясками. Здесь предусмотрено все. Это получится хороший. Смотри, нам теперь ключик на ключик можно. Занятия рукоделием на тренажерах и ЛФК. Спасательный круг для инвалидов с речевыми дефектами, поражением опорно-двигательного аппарата и умственно отсталых. На подушечку ложись. Так, расслабься. Это Армед, роликовый массажер. Так, показания для Армеда – это все заболевания позвоночника, начиная от грыжи, ну, и сколиозы, ну, все и протрузии происходят. И также для улучшения кровообращения органов. С молодыми инвалидами от 18 до 44 лет в Журавликах начали работать не так давно, в сентябре 2020 года. Это стало возможным благодаря сдаче нового корпуса реабилитационного центра. Инвалид попадает на первичный прием, ему расписывают поддерживающую организм реабилитацию. Журавлики, к слову, единственное социальное учреждение в крае, которое комплексно и бесплатно работает со взрослыми инвалидами, оказывает медицинские и педагогические услуги. У нас очень мало, на самом деле, есть возможностей для взрослых получить подобную реабилитацию. И она очень нужна, оканчивая школу, например, да, молодой инвалид часто оказывается не включен больше ни в какую деятельность. Помимо того, что мы занимаемся каким-то развитием эмоциональным, в том числе, да, коммуникативным развитием, мы предлагаем молодым инвалидам профориентационные какие-то мероприятия. Врачи, медики и психологи помогают людям с ограниченными возможностями обрести бытовые навыки и развивают сенсорные способности. Сейчас всего 20 инвалидов получают помощь в Журавликах, а могло бы быть в два раза больше, рассказывает руководство центра. На реабилитацию взрослых и детей с особенностями развития здоровья медики ждут ежедневно. София Ценко, Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком.